Ребята, с вами я, Даня, сегодня буду играть в Angry Name. Мы узнаем все тайны соседа. Ну, что у него там находится? Где-то в комнате. Ну, в подвале соседа. В других комнатах, которые закрыты. И я наткнулся на информацию, что есть секретный коп. Я его, конечно же, не видел своими глазами. Просто я такую информацию получил. Ладно, сейчас. Заходим. Так, и заходим. Прыгаем. Да. И идем. Считайте, я уже достал зеленый куб. И скоро мы все узнаем. Прям на край. Слушайте. Удали. Нам надо для начала пробраться в дом соседа. Ну вот как я и побивал свой рекорд. Теперь я возьму ключ, ну, на всякий случай. Я не буду сейчас проходить игру, но, возможно, я помню там одну комнату, которая находится, ну, примерно под этим, ну, я не знаю. Я на всякий случай открою, не пойду. Посмотрим, какая у него первая комната. Это ванная соседа, тут ничего не видно. Где она находится? Смотри, тут какая-то труба. А дальше просто стены. Ладно, пойду в другую комнату исследовать. Глянем. Она не открывается. И это первое. Впереди. Ну давайте эту дверь. Я так и знал, что... Что под этим и находится. Итак, смотрим, что там находится. Ничего серьезного нет. Тоже пустота. Пустота. Погнали наверх. Следующая такая комната, это впереди. Она где-то здесь. Да-да. А, я, кажется, знаю, где это находится. Тут? Или нет? Да вот. Вот, посмотрите, видите? А тут ничего нет. Ладно, давайте тогда здесь запрыгнем. Я там видел тоже что-то есть. Стоп. Блин, открытая дверь. Да неужели? Короче, кажется, я знаю, где это. Ну как я выберусь из дома соседа? Вы забыли? Погнали! По спидрану! Я немного ошибся. Не знаю, что я сделал ошибку. Я быстро. Я поспеду. Короче, я обратно ухожу.
Мне здесь не нравится. Забираем лоб, который мы будем ломать, это стекло. Ну и на всякий случай. Возьмем мусорку. Она кидается. Вы взяли мусорку? Я взял точнее, я взял мусорку. Ну как? Короче, это примерно вот эти. Я буду начинать вот здесь. Открой еще дверь. Ладно, посмотрим, что тогда сверху. Теперь я тут ошибся. Это находится вот здесь. Да, я правильно. Ну, пожалуйста, без этих фокусов. Окей. Окей. Я опять подлетел. В этот раз не подлетай, красавчик. Я смогу это делать за 3 минуты. Я тут кручу дверь. Это секретный коп. Это же я так понимаю финал. Теперь я понимаю. Ну как? Кто я сидел? Питбокс. Кстати, помните тот баг, я вам покажу? У меня он ничего не вышел. Так вот. Да я смог. Стоп. Смотрим, что наверху здесь. Это вот здесь считай место, чтобы глядеть. Здесь. И что получится? Этот сейф туда идет. Не, я там не буду. Тогда вытекли что здесь.
вроде я некоторые туда знал, некоторые не узнал. Да вы вообще слушайте. Возможно, в следующей серии по Игре Неймор, это пятая часть, я смогу разузнать. Знаете, как достать этот куб, я обязательно посмотрю в роликах и достану его. И посмотрю, что он вообще делает. Ну, пока! Всем пока!